Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В своем видео я часто рассказываю вам о том, куда можно вложить криптовалюту, как торговать различными токенами, ну а также как получать пассивный доход. Однако довольно давно у меня не было видео на тему того, как же криптовалюту покупать и продавать за рубли. Тема эта сейчас в России очень актуальная. Еще пару лет назад крипту покупать было крайне просто. Было много бирж и обменников, которые с радостью принимали российские карты. Но из-за санкций все изменилось. Одним из немногих методов надежной покупки и продажи крипты по выгодному курсу сейчас является P2P, то есть обмен крипты на фиат напрямую у других людей, используя в качестве гаранта и посредника крупную биржу. В таком случае вам не страшны никакие санкции, ведь и продавец, и покупатель находятся внутри РФ, даже если работают через зарубежную биржу. Правда, многие биржи неохотно поддерживают рубли на своих P2P-платформах, всячески маскируют российские банки и в целом делают этот процесс более запутанным. И обычно, чем крупнее биржа, тем строже она соблюдает санкции. Поэтому на помощь нам приходят Tier-2 платформы, которые более лояльно относятся к жителям СНГ. Как пример можно привести CoinEx. На своем канале я много раз вам рассказывал про эту криптобиржу. Это довольно старая и надежная платформа, которая имеет одну из лучших систем безопасности. Она лояльно относится к новичкам и регулярно радует раздачами с ценными призами. Например, сейчас за создание нового аккаунта на CoinEx можно получить до 100 USDT приветственного бонуса. И P2P-платформа на CoinEx также имеется. Запустилась она совсем недавно и сейчас очень активно развивается. Разумеется, что рубли и российские банковские карты на ней также поддерживаются, иначе не было бы особого смысла мне про нее рассказывать. На CoinEx в данный момент можно покупать и продавать стейблкоин USDT за рубли на P2P-платформе. Сами USDT в дальнейшем можно обменять в один клик на любую другую криптовалюту через внутренний сервис конвертации или полноценный спотовый рынок. Что же касается платежных каналов, то на CoinEx P2P в данный момент поддерживаются несколько самых популярных российских банков и платежных сервисов. Это Тинькофф, Payeer, Сбербанк и YooMoney. Также имеется возможность совершать переводы по номеру банковской карты и по номеру телефона через СБП. В будущем, думаю, появится еще больше платежных каналов. Ведь все-таки сейчас P2P-платформа CoinEx только-только запустилась. Уже сейчас тут торгуют несколько мерчантов с довольно неплохими лимитами, которые принимают сразу по несколько вариантов платежных каналов. Плюс любой из вас может стать мерчантом на CoinEx P2P и размещать собственные объявления, чтобы просто обменять криптовалюту по интересующему вас курсу. Или же полноценно арбитражить и играя на разнице в цене между различными платформами. Чтобы начать торговать на платформе CoinEx P2P, надо выполнить лишь небольшую подготовку. Во-первых, вам надо будет создать аккаунт. Сделать это можно по моей реферальной ссылке в описании к этому видео. Затем надо будет обязательно подключить двухфакторную авторизацию и пройти процедуру KYC. Вообще, для базовой торговли на CoinEx KYC не требуется. Тут и без верификации личности можно выводить до 10 тысяч долларов в сутки. Однако, для работы с фиатом верификация является обязательным условием. Собственно, как и на всех остальных криптобиржах. После этого сразу можно переходить к покупке или продаже криптовалюты. Выбирайте соответствующий вариант сделки, ищите подходящего мерчанта и следуйте стандартной процедуре обмена. Либо же можете создать собственное объявление и открыть сделку с тем лимитом и курсом, который нужен именно вам. Комиссия для обычных покупателей, которые работают по готовым объявлениям на CoinEx P2P, не взимается. Это распространенная практика на криптобиржах.
Однако мерчанты на CoinExp P2P также не платят абсолютно никаких сборов. По крайней мере, такая практика будет действовать в течение первого года, что, собственно, логично. P2P торговля на CoinExp только запустилась, и бирже надо завлечь как можно больше мерчантов выгодными условиями. Поэтому, если вы занимаетесь P2P арбитражем, то можете рассмотреть CoinExp как выгодную новую платформу для работы. Создать же аккаунт на CoinExp, напомню, можно по моей реферальной ссылке в описании. Всем новым пользователям биржа сейчас раздает бонусы до 100 USDT, которые выплачиваются в виде кэшбэк-ваучеров. С их помощью можно не платить за комиссии при трейдинге на CoinExp. А для получения бонуса надо всего лишь создать аккаунт и выполнить парочку заданий по трейдингу. Все подробности вы сможете узнать по ссылкам в описании. Только помните, что торговля криптовалютой – это рискованное занятие, поэтому обязательно проводите собственное исследование. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!